Они называют себя водопользователями, подписали договор с Кубанским бассейновым водным управлением и под этим предлогом организовали платный въезд на пляж. В прошлом году администрация города через суд потребовала снести все незаконные заграждения и постройки. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но результата не добились. На пороге нового сезона самовольщики вновь материализовались. Накануне глава Анапы побывал здесь с главным судебным приставом Краснодарского края. Руководитель краевого ведомства взял ситуацию на личный контроль. Сегодня Сергей Сергеев еще раз выехал на Бугасскую косу и потребовал обеспечить людям беспрепятственный доступ к морю. Здесь должен стоять пост санитарного контроля, который должен фиксировать наш пост, организовать бесплатный проезд, это раз, фиксировать все транспортные средства, которые сюда заходят, и раз в сутки проверять санитарное состояние. Убирать с проезда заградительные элементы пришлось буквально вручную. Местные водопользователи упорно отказывались понимать. В ближайшее время им светит уголовное дело. Прибывшим на место анапским приставам Сергеев напомнил, он ждет результата их работы. На каком основании они перекрывают проезд? Расскажите мне. Разберемся. Сторожа сегодня расчистили территорию самостоятельно. Путь к морю свободен. Временно здесь установлен пост муниципального контроля. В понедельник приставы намерены довести до логического конца начатое и снести все незаконные строения.